Здравствуйте, товарищи! Решил я свои находки, которые нарыл недавно. Ну, что-то недавно, что-то давно. Почистить от ржавчины. Пересмотрел в Ютубе часть роликов, как это сделать. И остановился на перекиси водорода и лимонной кислоте. Но во всех этих роликах, скажем так, налет ржавчины был небольшой. Тут же конкретная коррозия. Так что это будет своего рода эксперимент. Снимет этот состав эту коррозию или нет. Вот у нас какие-то гвозди, подковы. Эту подкову я наждачкой пытался чистить. Подковы жеребенка. Какая-то цепь старинная. Старинная, потому что разного диаметра звенья. Я ее уже пытался прокаливать, но тут вообще металла почти не осталось. Вот. И потом какие-то мелочи. Мелочи сейчас в отдельный контейнерчик закину. Какая-то иголка. С двух сторон острая, по центру ромбик. Потом какие-то пластинки. Мне кажется, что когда их намачивал, тут какие-то появлялись надписи. Но, возможно, все это будет видно. Сейчас пойду поищу емкость подходящую, буду делать раствор. Нашел какое-то корыце. Сейчас попробую все плотно сюда утрамбовать. Так, ну вроде получилось. Тут крупные предметы будут, тут мелкие. Сейчас буду делать раствор. В тех роликах, что я смотрел, перекись водорода мешали, по-моему, соотношение 1 к 5, 1 к 4 с лимонной кислотой. Я буду мешать 1 к 3. То есть, грубо говоря, если у меня 600 мл перекиси водорода, я туда добавлю 200 мг лимонной кислоты. Так, все засыпал в банку, получилось где-то миллилитров 800. Если не хватит вот это вот покрыть, придется немного воды долить. Сейчас буду мешать и заливать. Ну что, размешал почти до полного растворения. Кстати, этот раствор вроде повторно можно будет использовать, надо будет потом слить. О, нормально, сейчас чуть-чуть сюда. Сейчас через какое-то время пойдет реакция, оно бурлить должно, ну, наверное. Отлично, можно почти и не доливать, даже если эта штука не очистится, пофиг. Ну, ждем реакции, сейчас пойдет, потом засниму. Пока что ничего не происходит. Прошла минута, местами начинают идти маленькие-маленькие пузырьки. А так вообще, думаю, час подержать, может даже полтора-два посмотрю. Прошло 10 минут, честно говоря, я думал, поинтенсивнее тут реакция будет. Там на, в роликах оно аж бурлило. Ну, может, еще рано. Подержим попозже, засниму. Что-то уже в полчаса почти прошло, как-то реакция слабо идет. Ну, по идее, нагреться должно, там пузыри чуть ли не как кипение. В чем дело? Может, температура на улице 15 градусов, надо подождать. Какие-то реакции идут, но что-то не очень интенсивно. Буду держать, пока вообще все не прекратится. Ну, то есть пузырение и так далее. Блин, ну очень медленно это все растормаживается. Уже, наверное, час прошел. Короче, прошло уже 2 часа, блин. Судя по роликам, которые я видел, я думал, это намного грандиознее все будет. Там полчаса, час у них кипит, как на плите, блин, и все отлетает. Ну, тут вообще ничего. Это эксперимент, даже негативный результат. Это результат, хотя фигня какая-то. Так, ну вроде процесс разгоняется, даже пар идет еле заметный. Вы, наверное, не увидите. Смотрите, даже ржавчина с легонца отходит уже вон. Может, что и получится, кстати. О-о-о! Я это, наверное, попробую на ночь оставить, если будет бурлить еще.
Короче, прошло уже часов 5, все процессы бурления закончились, больше держать не вижу смысла. Соды у меня нету, сейчас это солью, обдам кипятком, вытру, покажу, что получилось. По-моему, ничего хорошего. Короче, подведем итоги. Результатом я совсем недоволен. Вот это вот то, что чистилось наждачкой до погружения в эту смесь, оно еще как-то более-менее... Ну и то бы я не сказал, ну вон в коррозии ржавчина везде. Вот это вообще ничего. Вот тоже все ржавое. Эту цепь я прокаливал, по-моему, прокаливание намного лучший результат дает. Короче, делать я так не буду больше. А несколько раз замачивать тоже смысла не вижу.